там дом Жульетта. Все списали. Максимально высокое, ну да. Типа, это и балкон или что? Да. И все, а что он цветет? Я думал, он цветет. Так, блин, бедный двор. Столько внимания. Прикинь, приходит, а тут КамАЗ запарковали. Фуру. Все понятно, короче. Надо обняться. Ничего такая. Так, куда мне взять бутылку? Понятно, тут очередь, короче, не будем фоткаться. Мы вот так сделаем. Вот так вот мы сделаем, и все. Вот и мой селфи. Что, ты хочешь сфоткаться, что ли? Нет, смотри, я ничего какая. Не хотела вон. Сумасшествие. На балкончик и... На балкончик. Все главное приплатить. Да, ну очень тут поди продают, тут же их есть. Ну конечно. Потом их отсюда снимают, открывают. Ну как, если ключик есть, то да. Ну мы специально за... Давай зайдем, что посмотришь. Магазин Жульетта. Как всегда, бизнес построили. Ну да. Окей. Ладно, все. Как красиво факел. But she probably was like, yeah, that's me, girl. Ну это сумасшедший дом, конечно. Мужик какой-то как пишет. Дописывает поэму. Роман. Ой, сумасшедший дом, блядь.